Видишь? Да, вижу. Заказываю по однёрке. Знаешь, почему это плохо? Ну? Потому что я сейчас не проведу реформу. Австрия. Ну? Короче, иди в итальянское братство. Ну? Ну, иди. Австрия, подними ПДС. Тебя Богемия зовёт. Да-да. Это, слушай, австрияк, я сейчас собираюсь на Вюрцбург нападать. Он в союзе с Баварией. Угу. Не помогу. Слушай, нападай. Нападай. Андрей, ты прикинь, что нет, я хочу, чтобы ты мне помог с Баварией. Плюс тебе еще подойдет. Сейчас. Погоди, ты понимаешь, да, что ты нападешь на Баварию, там союз без Польши? Секунду. Я хочу напасть на Вюрцбург, а не на Баварию. У Вюрцбурга. Австрия, ты готова? Чувак, ты нападёшь на Вюрцбург, это... Убывай, подождите, поверь, сейчас, стоять, стоять, стоп. Ждите. Причем тут Бавария и Вюрцбург, и союз с Польшей. Ну посмотри по союзников у Баварии, посмотри по союзников у Вюрцбурга. Так, я не буду ставить просто галочку на Баварию и все. И что, да? И она не сможет позвать своих союзников. Да, я тебе не об этом говорю, говорю, когда ты будешь воевать с Баварией по миру, разори ей союз с Польшей. Не услышал, сорян. А стой, ты куп, подожди сейчас, мы сейчас будем с Польшей воевать. Чё? Сейчас будем с Польшей воевать через год. Окей. Я, да, готов. Ща, подожди, пока не объявляй войну Баварии, пожалуйста. Да я не собираю. Он через год там будет. Австрия, оставь, пожалуйста. Чего оставь? 10 тысяч, оставь, пожалуйста. А почему Никита ещё никого не завоевал? Сейчас буду. А Австрия тоже в войне, да, сейчас будет? В Польше. Ну, сейчас нет. Сейчас у меня нету рекрутов вообще, я бы с радостью был. А, Тевтон же в Империи, вот что не нападает, поляк-то. Австрия, сразу пойдем на захват, просто сразу. На захват чего? На захват провинции. Сначала бьем армию, потом идем на захват. Так, мне нужен жабен. Потому что Милан вместе с нами собирается нападать. А зачем ты жабан? Ну, мне нужно... Блядь. Забей на проблему. А это Тевтон, у тебя там Венгрия собирается с тобой воевать против Польши? Ох, чудо чудное. Австрия, сразу бежим в Лапаранчо. Подожди, еще рано. Я тоже. Так, я тут. Замечательно. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как там происходят дела в Западной войне? Мне интересно. Запад воюет, истощая силы друг друга. Пока что определенный победитель. Трудно сказать, кто будет победителем, но можно уже прогнозировать. Почему Каста напала с Арагоном? Арагон вывели, как понимаю, да? Нет, Аргон отдельно войной был. Отдельно войной? Да. Это жаба. А каким образом воргует силы? Можно я скажу, пожалуйста, ребят? Жаба, а что, как у вас там? Как у них все дела идут? Ты на кого ставишь? Тяжело сказать, пока ни на кого не ставлю. Но я знаю, что Франция такой очень крепкий орешек. Скорее всего, победителем может стать она. А, даже так? У Бургундии с Кастилией невыгодная позиция, они разделены, армии находятся по обе стороны Франции. Франция с Англией собрали армии в кулак, поэтому тут у них просто вопрос времени, они поразбивают поодиночке тех и других. Позиция слабая у Кастилии в Бургундии. Я понял, спасибо. Если бы не Англия, Франции пришлось бы жестко, потому что у Англии флот. Я понимаю, флот Испании разбили, да? Не знаю, не смотрел. Просто он грозился, что сделает флот сильнее Англии. Сейчас скажу насчет флота Испании. Но вообще соотношение флотов... Нет, у Испании есть еще галеончик, не галеончики, а линейные корабли. Жаба. Все, да. Всегда попадают. Ну, они просто идут, пока не... А мы будем минусы, понимаешь? Не, минусы не будет у нас. Вы Данию сколько еще насиловать будете? Да, немножко осталось. Сейчас уже почти. Ну чё, я думаю, мы выдержим, нет? Или нет? А то у них минус пара у нас. Не знаю. У нас будет вроде. У нас вроде. Они вроде переправляются. У них крепость вроде, там непонятно сейчас. А, нет, крепости нету. У вас... Всё, заебись. Подождите, а у нас есть
Подожди, мой генерал. Ребят, можно помолчать? Фау. Да. Ты на нашем канале говоришь, что помолчать? Я его позвать хочу. Хорошо, всё, идем в Вену. Все, видишь, его тест. Микрофон активирован. Мы в Вене. Фау, ты готов сейчас? Да, давай. Месяцок. Сразу бежим во Флоренцию, в Акрис. Остряк, быстро, сразу, давай. Сейчас. 10 дней. Остряк, ты готова? Да. Все, сейчас нападаю. Сразу вступай и быстро бежим во Флоренцию. Погнали. Погнали. Быстрее иди. Иди в Пизу сразу, в Пизу. Стоим, захватываем. У нас счет больше будет. Так, ладно. User joined your channel. Этот Ямато просто пипец. Орёт безумку. Я верю. Напрягает. Я тебе верю. Что-то Богемия ни с кем не воевала еще. Что-то он собрался там, блин, пол Европы захватить. А ни с кем не повоевал. Он Саксонию вроде хотел пилить. С Бранденбургом у него союз, а Саксония стронг. Она с Польшей, Брауншвейгом. Брауншвейг сейчас пилит. Короче, Богемия попала, похоже. Ну разорвал бы хотя бы с Бранденбургом союз, попал бы в него. Очень странно. Кот сумасшедший. Не могу просто от него отвязаться. Скажешь, когда продолжим.
Остряк, ты чё так мало претензий фабрикуешь? Давай, превозмогай. Кого превозмогать? Империю? Ну да, нужно больше претензий. Там же, ну, знаешь, скидочка идет за... Ну, короче, стоимость национализации, если у тебя есть претензии, то она уменьшается, по-моему, процентов на 10. Так что ты фабрикуй на всех подряд. Ну, на каждую про считать, тупо скидка 10% будет. Очень сочно. Ой, там интересная война очень. Да я вижу. По-моему, Бургундия... Да там Бурга слилась, да. Они шотнули две армии уже, и все. Главное, чтобы меня еще не купили или под шумок. Но это такое дело. Я вроде няшка. Так, время капает очень медленно, я, пожалуй, отойду. Давай. Надеюсь, кот не съест микрофон за это время. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Так, кто-нибудь тут еще остался? Ну да, ясно. Чем вы здесь остались? Не знаю, там ямат орёт, больше идти особо некуда. Да, знаешь, как бы вроде как рядом находитесь, но при этом не совсем там. Ну да. И всё, и с Сахином мир заключил, можешь попробовать вот ещё сделать вольным городом. Не, не пойдет так. Ну, в смысле, они не согласятся. Так, император. А, нет, кто-то согласится даже. Подожди. А кто согласится? Фрисландия. О, ништяк. Ну, такое себе на самом деле. Ну, нормально, ее пока пилить особо некому. Мне не нравится то, что никто не хочет принимать мою реформу. Шляпа какая-то. Угу. Вот этих тонов взял в срежь, что ли? Да, взял. Чуть пропустить. А, понял. Думаешь, почему у меня так рано столько авторитета? Да. Так, хорошо, ладно.
А, Дани, ты кинул предупреждение на про не возвращает? На Гольштейн у меня есть. Или как это вообще работает? Как дела, Крым? Шикарно. Расширяемся, кушаем все дела. Только армии мало, не могу нормально кушать. Союзников тоже нет. А у тебя как? Да, не все очень хорошо, Милан не мешает кушать все. Да мне наоборот, типа, скучновато. Можешь и помешать. Чего? Можешь и помешать, говорю. Мне скучновато как раз. Кстати, подождите. Получается, я сейчас ем Флоренцию, Австрия. Mm-hmm. А ты не хочешь вынести одного игрока рядом с тобой? Милан? Да. Не, я не хочу. Ну чего так? Ну я хочу посмотреть, как вы будете разбираться друг с другом. Такая дичь! Пацаны, убейте меня. Игра на первой скорости и одни на паузы. Я Эфио. Чё-то люди просто ходят, знаешь, как в цирк. В диалог, где Ямато сидит. Не, к нам ходят все на релаксацию. У нас тут спокойно, мирно. Мы вот реально настолько положительно мы себя ведем друг с другом, что даже... прелесть. Да. А вот Ямато наоборот. Еще по Милату пилить и кайф. Австрия, ну пожалуйста. Не, не хочу. Ну пожалуйста. Нет. Ну пожалуйста. О чем вообще речь? Нет. Я отстал, пацаны, посмотрите, пожалуйста. Нет, не отстал. У меня игра стоит. Ну, как бы пауза. А у меня не отображается пауза. Бывает. А у меня что-то агрессивка 0, хотя я про забрал. Подозрительно. А, нет, вот я это понял. Да, все нормально. Чё, папа? Эфиоп Эллин в лице императора Священнорийской империи? Не знаю. Я говорю, а, папа, господи. Эх, мне бы с Миланой кто-то помог. Бог тебе поможет. Боженька, случи его и будь счастлив. Кто вообще сидит? Ну-ка. Кёль, Кёль, ты согласился на первую реформу? Да. Да, ты согласился, ты молодец. Папа Минский, ты согласился на первую реформу? Да. Ты согласился на первую реформу? Так, Эзбас не может согласиться. Ребята, меня слышно? Слышно. Узя! Узбек, ты здесь? Тут. А, да-да, Фиат. Так, народ. Кто тут сидит? Ау. Слышь, Милан, готов нападать на Венецию сейчас? Да. Тогда нападай и зови... Слушай, подожди, у меня сейчас не перемирие. Если ты меня позовешь как союзник, нормально все будет? Я не получу... Нет, нет. Ты получишь. Получу, получу, да? Да. Тогда 6 следующее. Сколько? 6. Так, хорошо. Милан, ты согласился на реформу? И, ну, ты... А ты мне денег дашь? У меня нет самого. У меня до сих пор этот... двойка. Что ты мне дашь взамен? Двойка коррупции. Ты получишь... Чувак, подожди, ты получишь первую реформу. Енот. Так что давай соглашайся. Так, и формировка. Не-не-не, вассал сводили. Два бича. Тевтон и богемия. Слышите? Это кто такой? Это Австрия. А, да. Чё тебе? Чего такие это? Того. Чего того? Соглашайтесь на реформу первую. Ты мне вначале мне сделай курс форум, я соглашусь. Ты понимаешь, что все члены Священной Римской империи. Соглашаюсь. Я уже согласился на это. Соглашается. Хорошо, вот так сиди. 2 минуты. Замечательно. Чё у вас там, как? Альбом Польши пилить. А, например, хорошо. Когда я курфюром стану? Теперь заход будет. Когда кого-нибудь сидишь? Я что, Польшу будете пилить? Курфюра выпили и всё, и станешь курфюром сам. Ну, Бандербург выпили и всё. Ну, послушай, да, пока что без разницы. Давайте, ребят, давайте. Да, давай. Я с вами морально. Стима уже топ-игрок, зачем?
Ну ты помнишь, да, Богеми, что я хочу дальше-то? Что? Ну там прочие, которые... Друзья, перезаходим, идем в буржуа. Молдавия. Ура! Перетащите меня туда, пожалуйста. Перетащите... Точно перезаходим? А, мы перезаходим? Да. Хорошо, перезаходим. Слушай, тебя сейчас пилить будут, да? А ты посылаешь нахрен потенциального союзника. Кто-то ты придешь, да? Ну, допустим. Так, все? Да, все, стартую. Я хотел вылезти экзамен в этой. Сегодня что, мы что, с тобой что? Стартуем. Русский, пожалуйста. Так, мне пофиг, короче. Все. Кто? Смешная шутка. Пошли, ты не подождал, спасибо, Настя. Богемия. Москве, там, тихо, тихо, подожди, Богемия сейчас пока никуда не лезет. Богемия ждет, когда я 100%, короче. Все, молодцы, загрузились. Так, Богемия, два месяца, короче, с тобой еще стоишь. Только давайте в другую комнату. Двоечку, да. Давайте, другие комнаты и все такое. Куда там? Да, по комнатам расходитесь и удачи вам. Какую комнату? Кому? Сырье нормально, у меня, короче, 50 комнатов. Что там происходит? Нормально, что у тебя с Бургундией, о чем договорились? Ну, я ее не трогаю, она меня. Хорошо. Ты давай быстрее восточную, блин, а, у нее Дания в союзниках. Ха-ха, нужно было раньше. Ну, это... Понимаешь, восточная Фризия имеет одну профку, которая не в Сри. И захватила две профки, которые в Сри. Понимаешь, какая боль? Ну, смотри, у меня просто план. У меня после этой партии мне так, еще слушай, дадут 25 счетов. Брабант ведь находится что-нибудь в этом, в унии с... Ну, он только что выпал, сейчас, и тогда... меня соперник назвал. Сейчас. Сань, Ди. Чё? Спасибо тебе за Брабант. Ну вот. Потому что если кто-то будет заходить во время войны в чужие комнаты, ты их можешь... Всё, хорошо. Я поблагодарил Саню за то, что он мне дал плюс, по-моему, даже 0,2 очка. 0,02. О, возрождение. Брабант с Сри причем, да? Я еще не взял даже первые технологии. Подождите, а что, у меня институт? У тебя возрождение. Так, институт, где институты? У папки. Лол. Да вы шутите. Халява какая. Папка, слышишь? Дай денег. Нет, он не слышит. Какой он хитрый, да? Блин, что Бургундия с пробантом-то будет делать? Так, ладно. Я почти присоединил первые две провинции. Так, короче, Португалия на офлимите. Не вздумайте пилить Португалию. Вовремя. Особенно ты, Кёльн. Не вздумай пилить Португалию. Ну блин, я так хотел. Очень вовремя. Чё у тебя, парни, по деньгам и вообще в целом? У кого? У тебя. У меня всё нормально. Ну как, армии, конечно, у меня рекрутов только половина, а так нормально.
Просто смотри, у меня вот такая достаточно критичная ситуация. Мне надо до конца партии по-хорошему воевать с Брауншвейгом и захватить прочку Ганновер. Тогда я смогу... Давай, тогда все хорошо. Давай с Восточной Фризией повоюем, я тебе помогу. Ты заберешь две провки, а я выделю Гольштейн и здание. Фишка в том, что мне после партии я могу тыкнуть пальцем и забрать любые провы на 25 счета. И я хочу приблизиться к Любецкому торговому узлу максимально и его по фасту скушать. Вот такой у меня план. Для этого мне нужен Ганновер, потому что там дальше уже дешевые провочки. Хорошо, давай. И плюс он только с Люнебургом в союзе. Там война изи, по идее, должна быть. Давай. Вот, ты блин, сможешь подожди, пройти, папа, как бы, быстрее. Для меня нормально? Папа тут? Нет? Сейчас, секунду, у меня пришли. Угу. Так, что мы пропустили? Да вроде ничего. Так Астри, будешь с нами или нет? Сейчас, подожди, не нападай. Уже напали. Твою по голове. Не, Московия и Швед, они говорят, вот, чтобы мы сразу тоже напали через не неделю. Не сразу, сейчас. Где папа? Позови сюда папу Римского. Хотите, держите паузу, хотите что угодно. Мне нужно, чтобы сейчас заключил мир. Алло. Да, здорово. Да, что? Заключай мир. Подожди, можно чуть-чуть подождать? Мне нужно, чтобы ты сейчас заключил мир, чтобы я провел первую реформу и после этого вступил в войну. А ты посмотри, там все голосуют за нее? За нее... А, все, блин. Не можешь подождать? Кто такой Торо? У меня, подожди, переговоры. Ну, это кто-то в войне, наверное. Хорошо, это... Не, подожди, это... Да, это... Ладно. Торо это... Это самая желтая богемия Чех. Хорошо. Папа Римский, то есть вы давай. Сейчас Польшу будете пилить, папа да? Римский. Слышишь? Хорошо. Хорошо, я выхожу сепараткой, короче. Принимай, давай. Подожди. Мы тебя призовем, ты потом придешь просто. Я хочу сначала провести реформу, а потом уже прийти, понимаешь? Если ты меня сейчас призовешь, я не соглашусь. Выходи с сепараткой, пофиг. Хорошо, выхожу с сепараткой. Не могу выйти с сепараткой, замечательно. Давай быстрее, слышь? Его тут нет. Тут только я, твой верный Кёльн. Да ты вообще молодец, кстати говоря. Ну так естественно. Да, ну, папа Римский, быстрее. Сейчас уже. Сейчас можешь уже не считается. Я не против. Пиши Леонид, да? Пошли пизу захватываем и все. И кидаем их. Так.
Так, где этот Верденс? Слушай, да. Не призывай меня, я пока пошли. Не приду. Пока я сейчас хочу быстро заключить мир. Хорошо, давай. Реформу, только после этого. Богемия, беги. Да я уже не успею. Сейчас он Венгрия к тебе сейчас... придет. Венгрия, все нормально. Я вот надеюсь. Ты даже его разобьешь, просто потому что ты отлично. У тебя тихий. Блять, лучше. Кто нахуй? Где, блять, Саша? User left your channel. Так, я лаганул. Нормально все, да, все нормально. Богемия, ходи с этим. А, ладно, без разницы. Ко мне иди, в мою сторону, в мою. Вместе будем действовать. Если он сейчас восстановится, нас разобьет. Нет, не туда, блин. Так, я провел первую реформу, замечательно. Поздравляю. Теперь можете призывать. Хорошо. Давай призываем. Я даже поставлю на паузу. Не советую призывать. Чё? Это кровавая война. Жабу, давай, жабу надо позвать, либо он сейчас обидится. И нас кикнет из партии. Ты его призвал? Все отлично. Зачем первую скорость? Потому что у нас тут война. Ну и чё, война на второй плохо ведётся? Ну, как-то не успеваешь следить. Блин, без колонии, без кораблей, и не успевает следить. Чё за дела вообще? У меня очень плохое это, как называется. Короче, там они спорят на первую скорость, я понимаю. Ну, смысл, ну ладно, в принципе, нормально. Пусть будет первый. Отвратительно. Западный фронт. Следите с Гастин. Слушайте, западный фронт. Что? Что? Мы Андрека позвали еще. Ты мне дай слово ставить. Это, вы в курсе, что это вас касается? Потому что у нас сейчас, скорее всего, будет осадная война. Понял? Чего? Где? Чего еще раз? Как только у вас там активные боевые действия закончатся, займётесь осадой, сразу к жабе пойдете и скажете первую скорость, вторую скорость. Хорошо. И что, к вам кто-то пришел? М? На к вам кто-то пришел? Два дяди. Говорю же, к нам все пришли. Не, я просто когда воевал, да, я что боялся, что когда я воевал с яишками, ну да, на меня нападает да, кто-нибудь, в одну войну яишка вступает, во вторую она как бы говорит, типа, я в одну вступилась, иди нахуй. Я вот и что переживал. Ну это яишки. Ну вот, я о чем, а что, символ, а кто союзники? Сколько у вас там, в общем, войск? Давай Померанию. С нашей стороны 80 тысяч. А что сейчас за вас? Померанию ведь нет, вот да. Так, народ, пока что я не играю, я провожу голосование. За что? Такое. На сколько будем продлевать сегодня партию? Получается, на 30 минут. Сейчас, на 30. Либо на час, либо на 30, все равно. До победы. Приятная пауза. О, так, лидер так, войны Тевтон, правильно? Кьюэль. Да. Хорошо, а сейчас так, мы доводим... Ребрисы. 30 минут. Фау. 30 плюс. Да. Фау. А что на переговоры? 30 плюс. Пошли. 30 плюс. Куда? Сазекс. 30. А, стой, стой, давай, стиму. На сколько будешь продлевать партию? Верденс. На 30 минут. Ребит. Ну, на максимум, сколько можно. Ага, хорошо. Рома? Я уже сказал, на полчаса, на час все равно. Ага, хорошо. Это швед. Ты тут? Швед? Он ушел. Вот. Бля. Мне просто интересно, сколько у них там войск. Ребят, ну изи, нам. Не нужно ругаться. Зачем? Нехорошо. Дети же увидят запись. Мою. Кстати! Мы не ругаемся. Чё за переговоры? О мире, конечно. Они о мире уже заключают, понимаешь? Мне это не нравится. Но они уже сняли с паузы, так что ничего не заключают. Пока что. Но они возьмут в любом случае по максимуму. Они возьмут на максимум, то нас-то бросят.
Но его-то ослабят. Нет. Хоть что-то. Нет? Они ослабят Литву, ребят. Ну, Литва это уже хоть что-то. И, кстати, Тихон, я бы не доверял шведу, мне кажется, тебя будут. Я и шведу так и не доверяю. Он всегда уходил от нас. К тому же стимулу всю игру. Не, ну да, ну со стимулом бы он досоюзился, конечно, если посмотреть-то, да? Ну у нас есть еще раз. Если бы Москва на него не повлияла, он бы засоюзился. Ребята, посмотрите, мне кажется, у них сверхжирение. Зови Османа, зови Османа, зови Османа, зови Османа. Сейчас, я ему сказал ЛКБшки делать, если что, ребят, не надо. Окей. Так, что делаем? Я осаждаю Венгрию. Так, а Тифтон где? Куда Тифтон делся? Тифтона разбили. Нет, он, я имею в виду, где он сейчас, в каком чате. Ребята договорились, сейчас он делает КБ, нападает на него. Отлично. Тоже по полной возьмет. Отлично. Фольша, слышишь? Я Кирилл, кстати, написал, да? Да, да, да. Вот. Так, ну, что... я, ты не против, я золотую кнопку ловлю. Какую? Золотую его хочешь забрать. А, вообще без проблем. Кстати, ты понимал, Швед, почему мне... Знаешь, не нужен был с тобой один враг? Подожди, это ж, Стимул, знаешь, что я увидел, короче? Да. То, что Венгрия может упасть в унию, если у нее будет развитие меньше определенного количества. Ребельс, понятно. Ребельс, да. Пошли в главную. Да. И вот центральная Европа пошла. А мне можно туда? Да, забирай, хорошо. Ладно. Так, ладно, я к ребятам. А зачем тебе так быстро феодализм? А, так, смотри. Ну, наверное, потому что я в пустыне живу с 50% переплаты. Смотри, жаб, 15 по барабану, ну, 15 до утра. 8 человек на полчаса и 5 человек на ноль. Значит, полчаса продляем партию. Почему? Ну, по самому большинству. Потому что без этих, которые за полчаса, у нас уже нет 75%. Предупреди всех, что мы на полчаса продляем партию. А давай теперь зайдем, я играть хочу. Твой перезаход ускорится благодаря этому, если предупредишь. Ой, ну блин, ну как еще на первой скорости, ну как же шути. Когда их сейчас выпили? Если мы будем перезаходить, мы полчаса не сыграем. Я про то, Дима, говорю, что... Партия продлится на полчаса. Ну, как бы спешить с технологиями это одно дело, да? Но можно ж, например, подождать принятия феодализма, пока эти все дела, очки использовать не на прокачку технологий, а на что-то другое. Фау. Да, да. Все, я всех предупредил, давай теперь зайдем. Нет. Заткнись. Ребят, это Фау, можешь мне побежать? Через 20 минут перезаходим. За 50 монет. Ничего не слышу. Говорю, восстание. О, смотри, у меня войск нету. Да я вижу. Видео 18 минут, я его смотрю, и мы перезаходим. Но у меня еще займ один. Так, Тор, что, ты реально собираешься на почту, да? Не знаю, думаю пока, а чё. Ну, как? Осман, давай уж лучше каракаюнглу запилим. Ну, как-нибудь. Я пока рекрутов мало. Я думаю, если же нападать, не нападать. Если хочешь, можешь нападать. Окей, спасибо. Если не хочешь, можешь не нападать. Всё логично. Спасибо, спасибо. Мне просто интересно, что у них там будет дальше. Узбек, готов. Тем более у меня коалиция, я не могу нападать. Вы видели вообще? Угу. Если эта коалиция на меня нападет, я меня аж разобью сразу. Ну, особенно Гена, да. Угу. Видел я эту коалицию, да. Ну да, ох уж эти паузы. Так, а чё,
Эфиоп вышел. Эфиоп вышел. Нет, Эфиоп здесь. User left your channel. А, это у нас опять единичка. Стабильность. User joined your channel. Кто тут вообще остался? Что происходит? Польшу собирают. А, нет, Польшу всех попили скоро. Я уж вижу. Там бегает 50 тысяч Польш. User joined your channel. Сначала на казахов. Окей. Да, делай все, что хочешь. Угу. О, они хотят моими вассалами стать, но я кидаю им союз, да? Успокойся, я уже воюю с ними. Ну как раз они меня призовут, и нормально. У них столько претензий на тебя. Че там, Кифтон уже паникует? У него там захват. Только я сам могу казахами стать. Понял. О, казахи желают... Слушай, я им кадатеров отправлю. Я как ты. Да, давай. И держи. Не-не-не, одну монету. Идите-ка вы в жопу, пожалуйста. Чё, ты просто сидишь, получаешь, что берешь. Ага, монету. Только понимаешь, что содержание армии-то именно это будет на фуле. А мне нафиг да. Надо. А, ну вот. Я думал, ты не на... Ну, ты можешь на фуле. Ребят, держать. Ребят, можно... Ну как, могу, но зачем? Ребят, ребят, нельзя, знал, нельзя. Для них папа, это что даст? А, Никита, я... А, какие варианты вообще есть? Либо кардинал племянник папы, либо престиж 5, праведность 5. А, бери этого племянника. А серьезно, что бери оно, племянника! Да я тебя знаю. Никита, ты тупой? Тебе еще сказать? Подожди, проблемка. Ивентик очень опасный. User joined your channel. А, блин. User left your channel. А чё здесь так тихо? Потому что у нас тихий, самый ламповый канал. А. Мне тут нравится. Ладно. Не буду нарушать тишину. Channel switched. Кто там? Это я. Так, этот, я в 55-м же готов. Вам нравится моя многоходовочка? Какая ходовочка? Ну, посмотрите на карту. Австриак, а ты нам дальше будешь помогать или нет? А кто там дальше? Можно врубать вторую скорость. Ура! Ура! А может тебе сразу и плечи? Давай. Сейчас ты заключишь, когда этот... сепаратку? Тогда да. Взлетаем! Ну сейчас посмотрим, как люди пойдут. Просто из интереса. Нет, уже пошли. Ничего себе, Польша! Чё делает Польша, скажи мне? А что за этот? Венгрия просто взяла и дала. Твою мать! Этот. Извините, пожалуйста. Саня, что за многоходовочка, я не вижу, если бы. Жаба. Ну. А, реформу принял. Ребят, жаба. Реформу принял, а сейчас да. Я. Да. А Тимурин. Короче, слышь, Сань, Дилин. Кого? Пошли. Может ты что-то. Сейчас. Выйти, Никиту? Да, хочу 100 монет. Не считается, на видео не попало. У вас Тимурин. Сань, давай Венскую. Да. Что? Помнишь, ты говорил, что. Интересная идея у тебя есть, стать императором Сри. И включать пробки, потом выходить, да. Потом ну да, мне обратно отдашь? Ну да, конечно. А в смысле, а кого отдать? Отдать обратно...
императорства. Так, я его не наследую, этот курфюрст голосует, это к ним надо обращаться. Ну, пока у тебя есть Кёльн... Есть эксплойты, позволяющие... Да. Что, что? Никита, убирайся с Миланом повоевать. Никита, убирай, пожалуйста. Я сейчас не могу. Пауза. Пожалуйста, задрал. Твоя армия не так нужна. Никита, ты посмотри, на с кем воюет Австрия, и все. И теперь, пожалуйста, сними, сука, свою паузу. Подожди. А. Какую нафиг паузу, Никита, тихо. Я нечаянно. Француз. Так что, согласен? Так, а что я должен был? А, давать тебе, ну конечно, мне императорство не нужно. Помочь себе реформы, это я могу. Хорошо. С жабой договоримся тогда? Насчет чего? Насчет того, что ты не претендуешь на создание... А, это? Да, запросто. Хорошо. Австрия, вот. Австрия. Тогда забей. Слушай, тогда считай, что в следующий раз, скорее всего, если ты сможешь уговорить каких-нибудь еще курфюстов за тебя голосовать, ты будешь курфюстом. В смысле, императором. Но я буду улучшать отношения с курфюстами. Давай тогда с кем? Богемия, Кёльн? Ну, сделай потом, выпили пару... Короче, двое... Сделай Тевтонов и папу, и Милан, игроки. Вот. С игроками хорошо. Хотя бы поговорить можно. Хорошо, давай так. Знаешь, почему я так пришел к тебе с этой мыслью? Ну? Потому что мне женщина-наследник. О. Мария, а не Габсбург. Такие дела. Ладно, Француз, давай. Скажешь, когда будешь готов? Да, конечно. А, Вить? А, Вить ушел. Витя, Витя, твой короче... союзник же Австрия, да? Тоже еще кое-как. Да. Ты сейчас по переговорам или... Я просто что? Удивлен, что ты не координируешь с ним действия. А с кем? Договорил. С кем? С Австрией, с Австрией. А Австрия... Австрия захватывает Баварию. А, у вас только такой этот самый. Ну, я не смотрю, знаю. Что у тебя большие шансы в этой войне. Че ж, может тогда... Вить. Объявление, короче, клевое сделаем. Давай. У нас теперь новая цель в Австрии. Какая? Отдать императорство Саши Ди. Ты какой? Передать... Эфиоп, истинный император. Ты чё? Тогда уж не Эфиоп, а просто Тёма. Слышишь, ты мне поможешь или нет дальше с Польшей? А как ты это сделаешь? Вот будем сейчас думать как. А можно игроков назначить? Может, тебя может папа отлучить, если будут голосовать. Нет, смотри, как можно сделать. Убиваешь двух курфюрстов, даешь курфюршество Милану, папе, ну и заставляешь вместе с богеми голосовать за Францию. И за вассаль кого-нибудь. А что ты за это получишь? Ничего не получу, просто ведь рандом. У меня женщина-наследник и единичка авторитета. Ага. Успех. А ты прагматическую санкцию, что ли, сделал? А я не могу ее принять. А почему у тебя влияния вообще нет от этого? Потому что я принял первую реформу, только после этого у меня появился наследник. Ну, в принципе, ты и быстро принял ее. Если я 50 лет сейчас еще, в смысле, не 50, сколько там нужно, до набора 25 авторитета, если я выживу, тогда дальше буду императором. Если не наберу, ну тогда сами понимаете. Такие дела. Все, я сказал, что хотел, посмеялся сам, пошел отсюда. Ну, а у тебя все шансы еще есть. Замасальники, наверное, интересно. Чего-то вы какие-то, ребят, не очень. Халк, ну ты же поможешь? Помоги. Помогу. Спасибо. Не то, что эти кидалы, которые... Замасальники, наверное? Они специальные, я, кстати, тебе об этом говорил, то, что они... Ну, я понял, да. Вообще, вы у нас был такой план... Да? У нас был такой план, тебя гидануть, но он был нереализован, то есть он был, мы с Тибом не договорились. В общем, он пришел на мир, говорит, давай по твоему плану, который ты хотел, и я такой, ну, а чё нет-то? Если... Да план Эфиопа. Ну, знаете, вы такие беспалевные, просто каждый день сидели втроём. Так, слышишь, Тевтон. Слышишь? Что? Короче, смотри. У Баварии, берешь две пробки. Все, стоп, я тебе сейчас заключу мир. Какие провинции? Ланшут, и... которая соседняя с ним на... Ниже или выше? Нет, который не Мюнстер, который вот рядом с ним слева. Андрей, слева? Да, столицей его или что? Тихо. У него столица Мюнстер. Наш канал это не переговорный, можете выйти? Прошу прощения. У тебя админка есть, перевести их, ё-моё. Дайте мне, пожалуйста. И? Господи, гениальные люди.
Хал, давай. Смотри. Ландшут. Который выше столицы этого чувака. Ингалстат. Все. Стоп, еще не кидай. Денежки, да? Дальше, выделить Ансбах. Выделил. И денежки. Все. Фал. Да-да. А за 100 монет ты поучаствуешь в войне? 10 тысяч просто нужно. С кем? Нет, мы сейчас не... Пусть он нам поможет, папа, пожалуйста. Сейчас просто... Сейчас просто решается моя судьба. Мне только 10 тысяч просто. User left your channel. Не помогайте ему, господа. Не помогайте. А чё ты там, Тироль, делаешь? Тебя же это... Не изберут с этой агрессивки в Империи много. Да, у меня... Посмотри, пожалуйста, на моего наследника и скажи, изберут меня или нет. Я... Африканец. Я не вижу. Меня и так не изберут. А у него Мария. У него Мария Амалия. Ну ладно, ну блин, зачем ты помогаешь Тектону? Будет Пруссия, только с ником Стимул. Понимаешь? Папа, как насчет отлучить Тектона? Я сейчас буду отлучать другую сторону. Милан? Угу. Отлучай. 53-й год нужен. Сейчас еще немножко осталось. А, слишком большое влияние. Вот, блин. Не-не-не, это хрень. Забей. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Кто там? Короче, сейчас будем с тобой координировать действия. Поставим паузу, короче, мне надо Бургу еще сюда. Это фу не Бурга, а Геймио. Все, ребята, втроем тут. Это венский канал? Да, мы втроем. Отлично. Не знаю, правда, что дает мне мой собственный канал. А можешь, короче, этот идти тогда ближе к Кракову, вот эта часть северная, часть Польши. Угу. Там еще Москва сейчас придет. Сейчас мы скоро Саксонию выведем. Да, еще чуть-чуть. И плюс Померания, как. Вообще шикарно, как бы. Больше получим. Москва вступила. Да, я об этом только что сказал. Войну против нас? Да, Осман, Ферданс. Еще раз. Что? Ты заебал. Миссис на нас Москва Богини. Напала. Чё ты хочешь? В смысле? Москва еще напала. Прямом да, нормально? А как? Она Союз Польши кинул. Ну понятно. Отличный план. Ферданс, теперь ты можешь паузу убрать?
Нет, не могу, я думаю, что делать. Ну, пожалуйста, думай все это на первой скорости. А, на второй скорости, окей. Осман, можешь помочь теперь нам? Тем более, на нас Москва напала. Осман здесь? Осман. Осман. Да я ж думаю потащить. Тортик, если что, я тебе сейчас помочь не смогу, поэтому... Тортик, смысл ты тебе... Ты собираешься? Да, подождите, ребят. Мне интересно. Отступаем. Я просто опасаюсь мамлюка, мне что-то не могу. Хотя он не знаю, нормально. Шот, блядь, а можно полностью интересно распилить Саксонию, чтобы ее не осталось? По гейме так не можно дойти. Выделим. Ну, в общем, полностью убрать Саксонию. Тортик, если что, у мамлюка 35 тысяч плюс Эфиопия, ну. Нет, ну мы так справимся, но все равно. Тортик, хочешь, ну, на секунду в Ближний Восток? Пал, ты даже 10 тысяч не можешь выделить. Куда? Мне двойну. Надо выводить, короче, мелких до конца. Нам идет 26 тысяч свечом. Заметно. Короче, отступать или что-нибудь там. Генерала поставьте нормального. Австрия. К вам в Венгрии идет. А зачем просто... ты улучшаешь отношения? С кем? С Миланом, типа, у меня показывает. Ну да, улучшаю. Зачем? Чтобы кинуть ему союз и распилить Венецию. Я с тобой распилю, зачем он тебе? Ну, как бы, все равно Брестки возвращать ему надо. Давай сейчас нападут. Не надо. Ребята, 1000, водите 1000. Потому что это не даст нам агрессивки. Тогда не может надо, быть... пожалуйста. Вместе армии объедините. Саксонию выводи. Австрия. Саксонию. Вывожу все, сейчас, подожди. Ее полностью можно уничтожить? Я Тюринги выделяю. А отдам Богеме тогда Профку. Какую тебе отдать или нет? Мне ничего не надо. Нет, я Богеме говорю. Австрия. Давай Профку одну или нет? Австрия, давай после моей войны с ним, пожалуйста. Бургундия, что отдаем? Витербург. Да мы мир заключаем, типа. Самая северная. Ага, она как раз и доступна, все. Девяносто тысяч потеряли, отлично. Австрия. Ну? Можешь после, пожалуйста, моей войны с ним? Я сейчас с ним воевать буду. Что после твоей войны? Я сейчас с ним воевать буду, не улучшай с ним, пожалуйста, отношения. Хорошо. Меня шотли. Еще нет. Вы не успеваете уже. Твою мать. Венгрия даже не успела, твою мать. User left your channel. Я предполагаю, Осман не нападает, да? Да, он говорит, не хочу. Понятно. А, да что за ужас такой? Уже сколько времени прошло, я не могу взять ни одной этой технологии. Что? Чё такое? User left your channel.
Вообще, да. Чё, пешеход? Чё, заходим? Выходим? Давайте ещё рейхвост на полчаса. Жаба. Тут, жаба, подожди, мы играем, получается. Вот. Ну дайте войну закончить. Всё, я игр... Ой, чё как? Хорошо.